Сегодня в Магадане циклон, который пришел на Колыму из Хабаровского края. Два дня синоптики прогнозируют мокрый снег. 27 апреля осадки прекратятся. В течение дня в областном центре метель с порывами ветра до 10 метров в секунду. На территории Колымского края ветер иногда достигал 14 метров в секунду. Ниже всего столб термометра опустился в Сусуманском городском округе до минус 5. В Магадане температура воздуха держалась около 1 градуса тепла. Как сообщили колымские синоптики, до конца недели в области будет спокойное геомагнитное поле.